Девушка, вы будете меня слушать? Без маски нет, конечно. Вот это чем является? Это указ губернатора нашего края. А где подпись, печать? Он на каждой не ставит подпись, печать. Да вы что? Он один выпускает. А копия должна, печать. Копия. Но это копия как раз и есть. А где с печатью? Это копия. Так, теперь что? Показываю вам. Вот видите, у меня... Печать здесь стоит. Видите, у меня справка. Что мне нельзя носить, а росписи нету. Росписи-то нету. Вот у меня, видите, справка. Нету, если вот есть все. Где роспись? Вот у меня, видите, справка, что мне нельзя носить маску. Видели? Где печать? А где у вас печать? Вот моя справка. Вот справка. Да я не весело провожу, девчата. Я не юморист, это вы юмористы. Давайте меня обслуживайте. Не будем без маски обслуживать. Или маску давайте мне по ГОСТу. Что значит, по ГОСТу? Я-то не отказываюсь одеть. Мне не трудно. По ГОСТу. Какая маска по ГОСТу? СИЗ. СИЗОД начинает. Называется СИЗОДы. Все маски одноразовые только у нас. Ой-ой-ой-ой-ой, вы хоть перчатку помоете или смените? Перчаточки, да, бабуль? Не знаю. Ой, это же, ну, так может, ну не зараза какая. Ну, зачем вы так вот делаете? А? Затем вас учу. Надо нас учить, мы вам головы просвещаю, чтобы вы нарушили мои права. Во-первых, вы должны меня обслужить в любом случае. Нет, только если... А вот это вот на вас распространяется. Вы читали постановление 417 Мишустина, что вы должны обеспечить всех СИЗами. Понимаешь, вы должны. Не вот так... должны. Ну, ваше предприятие должны не обеспечить. Предприятие. Не вот этими тряпками, запомните, а настоящими средствами защиты. Либо это противогаз, либо респиратор, либо костюм защиты. Вы поняли, нет? Из области фантастики. Все. Это не фантастика, я вам покажу сейчас это постановление. Показать? Молодой человек. Не нужно нам я вам... Подождите, я работаю. Постановление будете читать? Нет, не будем. Вы ничего не хотите знать? Нет, время тратить мы с вами. Ну тогда быстрее вам завакцинироваться. Пожелаю. Тем более вакцинация началась. Чтобы быстрее. Хорошо, в первую очередь. Нет, девушка, вы нормальная. Я знаю. Короче, удачно завакцинироваться вам. Пока-пока.